Не волнуйтесь, выглядите отлично. Это комментарий, который был написан 4,5 года назад. Самый первый комментарий под самым первым выпуском утреннего политического шоу «Кактус» на канале «Навальный Лайф». И чего уж скрывать, мы действительно волновались. Подписывайтесь, распространяйте и самое главное, задавайте вопросы в прямом эфире. Мы обязательно на них ответим, но чуть позже. А сейчас мы переходим к первой теме. И будем говорить про расследование о коррупции Дмитрия Медведева. Это было в марте 2017 года. Вся страна обсуждала фильм «Он вам не Димон». Люди готовились выходить на улицы в своих городах, чтобы публично призвать к ответу владельца секретных дворцов, яхт и виноградников Дмитрия Медведева. Берут там всякую разную муть, чушь всякую собирают. Спустя 2 недели канал «Навальный Лайв» уже вел прямую трансляцию с митингов «Димон ответит» по всей стране. Ее в общей сложности посмотрели почти 5 миллионов человек. Тогда стало ясно, люди не просто интересуются политикой, они готовы в ней участвовать. Им близка деятельность ФБК и Алексея Навального. Именно Алексей Навальный настаивал на появлении канала «Навальный Лайв». Предполагалось, что это будет канал исключительно для прямых трансляций. Вначале, помимо утреннего «Кактуса» и главных четверговых эфиров с Алексеем, на канале выходили разные программы. «Где деньги» с Владимиром Меловым, «Облако» с Леонидом Волковым, «Юрфак» с Иваном Ждановым, «Будет хуже» с Сергеем Смирновым. Появление канала еще больше оживило наш коллектив. Всем нравилось открывать для себя новый мир YouTube и получать ценную обратную связь от вас, зрителей. Да, за эти 4 года произошло очень много. Менялся не только канал, но и политическая жизнь в стране. Уголовные дела, провокации, бесконечные обыски. Чем больше прессовали наши структуры, тем больше мы выдавали контента. Мы экспериментировали, менялись, придумывали новые ходы. Но главное, мы всем этим жили и продолжаем жить. Сегодня «Навальный Лайв» – это почти 2,5 миллиона подписчиков. Кто-то с нами с первых дней, кто-то подписался недавно. Тут должны быть слова про то, как вы нам дороги. И знаете, да, мы действительно дорожим каждым нашим подписчикам. Канал продолжает не просто существовать, но и развиваться исключительно и благодаря вам. Ваша поддержка выражается в просмотрах и в комментариях, и, конечно, в донатах. Поэтому нам хочется благодарить наших спонсоров не просто на словах, но делать чуточку больше. Хорошо, что возможности YouTube это позволяют. И каждый спонсор может получить от нас тот эксклюзив, который ему интересен. На первом уровне за 149 рублей в месяц наши спонсоры получат эксклюзивные стикеры и доступ к закрытым эфирам, где ведущие канала и приглашенные гости отвечают на вопросы спонсоров. Какие именно? Об этом лучше знают спонсоры второго уровня, которые за 499 рублей в месяц могут их задавать, если, конечно, хотят. С третьего уровня за 1399 рублей открываются предпоказы. Это для тех, кому приятно осознавать, что новый ролик он посмотрит раньше всех остальных. С четвертого уровня начинаются бэкстейджи. Для тех, кому интересна внутренняя кухня канала. Кадры с процессов съемок, живые реакции ведущих и гостей. Ну и пятый уровень за 6999 рублей в месяц. Это возможность побыть творцом на нашем канале, а именно озвучить фрагмент нашего нового ролика. Согласитесь, это довольно эксклюзивное предложение. Становясь спонсором того или иного уровня, вы вовсе не обязаны пользоваться спонсорскими плюшками. Возможно, вы просто хотите поддержать нас на 6990 рублей в месяц, но озвучивать ролики даже не собирались. Конечно, это ваше право. Ну и, разумеется, напрашивается уже заезженное сравнение с ценой за чашку кофе. Но, судя по тому, как растет инфляция в стране, спонсорство первого уровня за 149 рублей в месяц выглядит куда более выигрышно. И все же нам не хотелось бы, чтобы уровни воспринимались как товары в магазине разного сорта, цены и качества. Мы просто хотим сказать вам спасибо, но в более творческой форме. Надеюсь, вы оцените. Спонсорство на YouTube устроено так, что сервис не делится платежными данными ни с нами, ни с кем-то еще. Мы не видим ваших платежных данных и уж тем более не храним их ни в каких базах. Еще важно подчеркнуть, что введение спонсорства не означает, что мы теперь будем ориентироваться на платный контент. Мы также работаем, как и раньше.
Просто нам очень хочется делать что-то приятное для тех, кто помогает нам поддерживать качество. У нас нет никакой кормушки, как у Russia Today или ВГТРК, откуда бы каждый месяц приходили транши. Мы живем исключительно на ваши пожертвования. Да, это непросто, но в то же время это здорово. Чтобы вы платили нам, мы должны стараться быть интересными вам. Вы готовы? Тогда нажимайте на кнопку «Спонсировать» под этим или другим видео на канале и выбирайте свой уровень. А мы будем дальше удивлять вас новыми форматами, давать актуальную информацию о том, что происходит вокруг. И да, я уверена, что последний комментарий на Навальный Лайф будет написан еще не скоро. Так что становитесь спонсорами нашего канала. Будем менять YouTube и политику вместе.